Неожиданная тема возникла здесь у меня, в деревне. Хотите стать моими соседями? Вот он мой домик, вот он я. Это Красный Рог. На заднем плане вы видите церковь, так называемую Толстовскую. Но я вот о чем. Соседи мои решили продать дом. Именно вот этот. Именно вот здесь. То есть, вот живу я, а это мои соседи. Если хотите быть моими соседями, вот включайтесь в эту финансово-экономическую игру и покупайте этот дом. Домик 1958 года постройки. Деревянный, на кирпичном фундаменте. С ним участок 27 соток. Лицевой забор и ворота для въезда есть. Внутри дворик небольшой, а сзади огромный участок, на котором, кстати, можно построить еще один дом по фронту. Дом газифицирован, электрифицирован. Единственное, что не подведена вода. Вот это вот здесь за заборчиком, буквально в 10 метрах от калитки, это колонка. А так технически вода проходит буквально вот здесь вот у нас, ну, в 3 метрах от дома, и ввести в дом воду абсолютно проблемы не представляет. Так что, если вам это интересно, присоединяйтесь и будете моими соседями. Как-то так. Присоединяйтесь. Никого, никого, это я проходил мимо. Так вот наступает время, когда домами уже некому управлять, и люди вынуждены, хотят они того или не хотят, продавать свои дома. Дом хороший, дом добротный, с газовым отоплением, ну, водяное отопление, газовый котел. То есть, живи и наслаждайся. Посмотреть можно на Авито. Локацию дома можно посмотреть на Яндекс.Картах. Но факт то, что это соседний со мной дом. Как-то так, такие новости, малята.